Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу удобный и теплый шарф малышу. Такое изделие станет прекрасным дополнением к любой шапке и варежкам. Все необходимые ссылки и целый плейлист по вязанию теплых изделий спицами я оставляю в описании под этим роликом. А также хочется сказать, что именно на это изделие потребуется минимум пряжи и минимум вашего времени при том что изделие теплое и полноценное. шарфик подойдет любому непоседе так как очень просто одевается без сложных узлов и намотки мне потребуется спицы пять с половиной миллиметров крючок 4-5 миллиметров булавка или дополнительная спица ножницы а также пряжа у меня детская полушерсть alize baby wool это пряжа на 50 грамм у нее 175 метров 40 процентов шерсть 40 акрил и 20 бамбук хочу сказать что вязать я буду в 4 ниточки от двух мотков пряжи возьму по ниточке от начала и по одной нитке из центра намотки Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А я набираю любым удобным способом 3 петли на одну спицу. 2 и 3. Готово. Переворачиваю вязание. Увожу рабочую нить назад. Первую петлю снимаю. Так будет в каждом ряду. Далее Добавление накидываю петлю на спицу, лицевая за переднюю стенку. Добавление накидываю петлю на спицу. И последняя петля ряда всегда изнаночная за переднюю стенку. Первый ряд готов. Переворачиваю вязание. Первую точно так же снимаю. Далее провязываю добавление за заднюю стенку, для того, чтобы не было отверстия по полотну. Петля получается перекрученной. Снова лицевая за переднюю стенку и добавление за заднюю стенку, для того, чтобы петля перекрутилась, закрылась и не было отверстия. И последняя петля изнаночной за переднюю стенку. Готово и так далее. В одном ряду я делаю добавления, в следующем ряду их провязываю. Чередую ряды, каждый ряд лицевой, то есть у меня получается платочное полотно. Первая петля снимается, добавление, лицевая за переднюю, до последней петли, перед последней петлей снова добавление. И последняя изнаночная. В следующем ряду провязываю сделанные мной накиды точно так же с перекрутом петли за заднюю стенку лицевой. Так ряд за рядом, пока на спицах у меня не окажется 19 петель на необходимую ширину полотна. Сейчас я вяжу шестнадцатый ряд, и это последний ряд, где я добавление провязываю лицевой, последнюю изнаночной. С этого момента у меня 19 петель на спице. Я прекращаю делать добавление. Каждый следующий ряд я вяжу одинаково. Первую снимаю, остальные лицевыми за переднюю стенку. Последняя в каждом ряду будет провязана изнаночной. Так вяжу небольшую глубину на глаз. Сейчас у меня провязано 11 пар рядов. Я просчитываю только изнаночные с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И со следующего ряда сделаю небольшую хитрость, которая позволит связать короткий шарф, но при этом очень функциональный. При этом сэкономив пряжу и время, я снимаю поочередно петли одну на спицу, другую на булавку. Снова спица, булавка. И так чередую до конца ряда, так как количество петель нечетное, последняя петля снимется точно так же на спицу Вот что у меня получилось, я закрываю булавку, еще раз повторюсь, место булавки может послужить точно такая же спица. Протягиваю спицы так, чтобы начало ряда, край нити, снова оказался с нужной стороны. И продолжаю ряд тем же способом вязания платочной вязкой, только уже половиной петель. Покажу, как связать втулку без прерывания нити. То есть не придется отрезать нить от клубка, прятать кончики, а продолжим вязать той же самой ниточкой. Сейчас ряд туда, ряд обратно. Первую снимаю, последующие лицевые за переднюю стенку, последние петли ряда изнаночные. На объем в 10 петель я провязала. 7 пар рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаю еще один лицевой ряд для того, чтобы рабочая нить оказалась с нужной мне стороны. Последняя изнаночная. Нужная мне сторона, чтобы перейти на вязание платочным полотном на другой ряд в половину петель. Что я здесь сейчас делаю? Беру крючок, вставляю крючок с изнанки на лицо за кромку, подхватываю рабочую нить и здесь сейчас стежками пройдусь вниз. К началу следующего ряда соединительные петли. Вставляю снова за кромку нить, соединительная петля, стараюсь не затянуть. И еще несколько шагов. Последняя точка. Готово. Напоминаю, здесь у меня на одну петлю меньше. Вот я привела ту петлю, которая уравняет количество петель в каждом из рядов. Сейчас я меняю местами булавку и спицу. И, соответственно, спицу провожу в ту сторону, где у меня начало ряда и рабочая нить. Подхватываю вновь образованную петлю. И первая петля ряда тоже одевается на спицу. Продолжаю. Первую снимаю. Далее лицевые за переднюю стенку. И так далее, на такую же точно глубину, как и противоположная сторона. 7 пар рядов. Сейчас обе части у меня связаны на одинаковую глубину. И если посмотреть на оба ряда, с одной и с другой стороны, он изнаночный. То есть следующий может быть лицевым, и я снова совмещаю полотно в одно. Но есть еще один нюанс. Я добавляла петлю, которую сейчас мне нужно убрать. Я роняю первую петлю, вытаскиваю нить, вставляю сюда крючок и провязывать буду ее не рабочей нитью, а петлей с другой стороны. Готово. Это первая петля будет. Таким образом, из двух петель я уже сделала одну. Далее я поочередно одеваю петли на спицу. По аналогии с тем, как я их снимала. И снова на спице 19 петель перевожу Петли так, чтобы начало вязания совпало с нахождением рабочей нити. Далее первую петлю снимаю и последующие лицевые. Перехожу на вязание того же полотна, что было и до втулки. Навязываю необходимую длину на объем шеи. Сейчас я уже провязала до того момента, когда мне необходимо уйти на уменьшение. Ширина моего изделия 13 сантиметров, длина от втулки 55 сантиметров. И сейчас с каждым рядом я начинаю делать убавки в конце и в начале ряда. Первая петля снимается, далее снимается 2 петли, Переворачиваются так, чтобы провязать их вместе за заднюю стенку лицевой. Далее до конца ряда лицевые за переднюю стенку. И в конце ряда повторяю убавление. Убавки буду делать через ряд в этом ряду делаю убавление, следующий вяжу без убавлений. Снимаю 2 петли, переворачиваю, провязываю за заднюю стенку лицевой. Далее последняя изнаночная, как в каждом ряду. Следующий ряд, как я уже и говорила, без убавок. Так, чередуя ряды, вяжу до того момента, пока на спице не станет 3 петли. Сейчас уже 5 петель снимаю. 2 следующих провязываю лицевой за заднюю стенку. Далее лицевая и изнаночная последняя. 4 петли. В прошлом ряду я сделала одну убавку, поэтому не вяжу ряд без убавлений, а сразу. Провязываю еще две петли вместе за заднюю стенку и изнаночная кромочная. Здесь сейчас можно соединить все петли в одну с помощью крючка. Удаляю спицу, вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю. Удаляю с небольшим запасом, чтобы спрятать кончик. На теплый удобный шарфик мне потребовалось всего 130 грамм пряжи. Вставляется один конец во втулку. Прекрасно смотрится как на куртку, так и под куртку. Легкий, теплый и удобный. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет много интересных видео. Всем пока.